Интерьеры нужно оживлять. Именно так считает Екатерина Паташьян. Случайные элементы декора и желание творить – вот и все, что необходимо для создания необычной поделки. В этот раз декоратор оформляет настенное панно. Это на самом деле в отделе зоотоваров в клетку к птичкам. Ну, я решила, что так вот она будет хорошо здесь смотреться. Мы ее потом приклеим. Ну, вот такая будет лестница в дома, в дом. Плюс у нас есть птички, которыми можно украшать все, что угодно. В мастерской дизайнера возможно все. Обычный сувенир в виде слона в мгновение ока превращается в прикроватную тумбочку. Екатерина уверена, изготовление поделок под силу любому. Какие-то домики, откуда-то птички, крафтовая бумага, немножко бечевки, шерстяные яблоки. Вот каким образом это можно замиксовать? И вот творческий процесс, когда ты в голове вот это вот все обмозговываешь, вот это вот больше всего мне нравится в изготовлении таких поделок. Увлекательный процесс погружает творца в особую атмосферу. Своими руками человек решает будущее своего интерьера и атмосферы дома. Ну вот и последний момент. Мы вешаем наше панно вот ровненько. И, конечно, наша лестница. Лестница в небо. А вот клей, саморезы, краска, деревянные предметы и лак – все гениальное просто. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».